Техника и артистизм. В столице республики состоялось первенство Чувашии по фигурному катанию. Наряду с мастерами на коньки встали и дебютанты. За выступлениями фигуристов наблюдала наша съемочная группа. Взлеты и падения, невероятные виражи, бельманакс, сельтулуп. Даже лед плавится от таких элементов фигурного катания. Спортсмены буквально по шагам идут к достижению своей цели. Варвара не дает себе слабинуть, даже если эмоции через край. Свое выступление она готовила несколько месяцев, оттачивая мастерство и добавляя более сложные элементы. Просто нельзя волноваться, просто ты выходишь, прокатываешь программу и все. Танец «Зима», мы танцуем уже год. Просто в данной композиции нам просто добавляют элементы сложности. 4 года она просто попросила нашу бабушку купить ей коньки на Новый год. И когда ее повели на каток, на обычный каток уличный, оказалось, что она умеет стоять на коньках. У нее есть этот талант. Она старается, она любит. У нее горят глаза, когда она выходит на лед. Это очень важно. Города Чебоксар по фигурному катанию в своей возрастной группе приняли участие около 120 юных спортсменов. Помимо хозяек льда, за награды боролись представители Татарстана, Мариэл и Нижегородской области. Наряду с известными фигуристами технику катания продемонстрировали дебютантки. Первые катали маленькие новички, девочки по разряду дебют. Они первый раз вышли на лед, показали свое мастерство. Дальше идут у нас деточки, занимаются разряде нормы, юный фигурист. Сейчас вот катали 3-й юношеский разряд. У нас 2-й юношеский, 1-й юношеский и так далее до кандидатов в мастера спорта. Юные фигуристки показали отличные результаты. В своих категориях заняли призовые места Виктория Павлова и Полина Плеханова, 1-й спортивный разряд. Подопечная тренера Елены Пучковой удостоилась высшей награды в разряде юный фигурист. Самое сложное – бельман был. Там надо было взять ногу и локоть перевернуть. И не просто перевернуть, но и держать. И так вращаться. Тренировки на льду, хореографии занимают практически все свободное время девочек. А вот мальчиков явно не хватает. Специалисты говорят, что лучше всего начинать кататься в 4 года. У них должно быть очень хорошее чувство скольжения, чувство конька. Они должны быть очень хорошо координированы. Взаимосвязь тренера и ребенка – это очень важно. Наталья Мальчикова, Бахтияр Велиев, Республика.